Город, который на самом деле соединяет взволнованные воды Черного моря с сушей. Орду – самый протяженный береговой линии Черного моря, простирающийся между Унией и Гюрелой, является чарующим краем чудесной встречи Земли и моря. Орду – это гавань, где воцарилась уникальная гармония зеленого и синего со всей своей прелестью. Орду – это очаровательный город на берегу Черного моря с образцами деревянного зодчества, гостеприимным народом, оригинальной кухней и прекрасным побережьем. Пожелаете увидеть город как чудо природы? Рекомендуем вам подняться на Бостопе, где сможете наблюдать красивейшую панораму города. Побывав в Орду, где производится больше всего фундука в мире, вам необходимо приобрести продукцию из орехов. Не забудьте также купить и мед. Крепость Куру, крепость Джингыр – только некоторые из достопримечательностей, которые свидетельствуют о богатой истории. Посетив исторические дома в Орду, вы попадаете под влияние прошлого. Музей этнографии и резиденция Паша Улу приглашают гостей в путешествие во времени. Вам необходимо провести время на Яйле Першембе, на Яйле Чамбаши, где можно заниматься лыжным спортом, Яйле Лишилдже, Топчам, Кейфалан и Аргын. Вы должны увидеть природный парк Улугёль, озеро Гага, мыс Ясан, упоминающийся в легенде о Золотом Луне, являющийся единственным местом в регионе, где можно наблюдать за восходом и закатом солнца. Орду знаменит своей бесподобной кухней, комбинирующей все вкусы Черноморского региона. Вы можете сделать отличные фотографии прекрасной природы Орду. Родина чистого воздуха, Орду – это город, достойный вашего внимания, чтобы не посещать, а жить.